Добрый день, уважаемые коллеги-предприниматели. Совершенно всем понятно, что ни мы, предпринимательское сообщество, ни органы власти всех уровней оказались абсолютно не готовы к таким событиям. Да? И сейчас призываю всех помочь органам власти и нашим предпринимательским ассоциациям, Опоре России, Деловой России, Торгово-промышленной палате, Ассоциации машиностроителей, кластерам. У нас есть много некоммерческих организаций, как раз ассоциативных, общественных, да, дать свои предложения для систематизации о том, какие меры поддержки вам могут понадобиться. Да. Причем предлагаю сразу дать их по двум сценариям. Представьте, например, что у вас выручка упадет или существенно снизится в течение там, месяца-двух. А представьте, если, например, выручка существенно снизится в течение всего года, и если вот эти меры по неполному рабочему дню и неполной нагрузке продлятся до конца года. Совершенно два разных антикризисных сценария. Поэтому предлагаю эти меры им дать, а уже задача профильных ассоциаций и экспертов систематизировать это все, обобщить, отмести эмоциональный фон, оставить сухой остаток и направить это органам власти. Органы власти, соответственно, депутатский корпус должен думать сейчас о налоговых, да, о законодательстве, исполнительная власть о субсидиях, о поблажках, отсрочках и так далее. И тогда мы все друг другу поможем в этой нелегкой работе. Спасибо.